Следующий лайфхак – сглаживание. Покажу на примере обезьянки. Удаляю куб и создаю обезьянку. Сейчас она у нас какая-то угловатая. То есть внимательно с вами присмотримся, да, к этой обезьянке. Мы видим, что она состоит из полигонов, да, как и любая другая 3D-модель. Но она очень сильно, допустим, особенно вот в этих местах, да, и вот здесь она какая-то очень сильно острая, угловатая и неприятная глазу. Нам необходимо ее сгладить. Как мы это сделаем? Снова перейдем в наш синий гаечный ключ, нажмем на Add Modifier, и здесь у нас есть следующий модификатор под названием Subdivision Surface. И гораздо легче запомнить именно картинку. Для меня это стиральная машина, либо это просто круг в квадрате. Нажимаем, и вот, словно фокус, у нас с вами моделька преобразовалась. Она стала более обтекаемой, ее форма стала более сглаженной, закругленной, что, естественно, не может нас не радовать. В настройках данного модификатора есть множество разных кнопок. Нам наиболее всего пригодится, например, только одна кнопка Viewport. Сейчас стоит на единице, если поставлю на 0, то у нас все вернется в исходное состояние. Если нажму на единицу, то сглаживание у нас, собственно, станет быть. Если поставлю на 2, то степень сглаживания у нас увеличится. Если поставлю на 3, то степень сглаживания еще более увеличится. И наша обезьянка станет более закругленной. Заметьте, вот, вообще, давайте внимательно к процессу присмотримся. При прибавлении или, наоборот, уменьшении степени сглаживания, что у нас происходит? Например, при увеличении, да, этого числа 1, 2, 3, что у нас происходит на самом-то деле в плане техническом? На самом деле, заметьте, да, количество полигонов у нас заметно при прибавлении числа прибавляется. Вот, и чем больше полигонов, тем более сглаженный у нас будет этот объект. Поэтому на самом деле сильно много полигонов ставить нельзя. Почему? Потому что чем больше полигонов у вас в модели будет, тем сильнее у вас будет все это дело благополучно зависать, лагать и все прочее в этом духе. Потому что, напоминаю, компьютер у нас обрабатывает один полигон, а если полигонов будет много-много-много, то все будет виснуть, собственно. В настройках данного модификатора есть множество разных кнопок. Нам они все особо сейчас не нужны, нам нужна только одна кнопка, Viewport, это степень сглаживания. Если я поставлю ее на 0, то у нас наша обезьянка снова станет некрасивой, угловатой. Вернется в исходное состояние. Но если я поставлю на единицу, сглаженность вернется. Если я поставлю на 2, заметьте, да, что у нас произошло. Количество полигонов в модели, в общем, увеличилось. Наша обезьянка стала выглядеть более красивой, более приятной глазу, более обтекаемой, более сглаженной и все в этом духе. Если поставлю на 3, то степень сглаживания станет еще более такой продвинутой, еще более интересной, и наша обезьянка станет еще более приятной глазу. Но на самом деле я сейчас поставлю на 2, потому что я экономлю полигоны и вам советую. Почему? Потому что чем больше полигонов, тем сильнее поступает нагрузка на ваш компьютер. И тем самым, если у вас будет много-много-много разных полигонов, то у вас программа будет просто тормозить, виснуть и все в этом духе, что, естественно, не может быть приятным. Я вот чисто по приколу хочу сейчас сгладить еще и наше пиксельное дерево. Нажимаем Subdivision Surface, и вот мы видим действительно, да, у нас эти два модификатора как бы наслаиваются друг на друга. У нас модификатор ремеш, он находится у нас первый, да, мы его сначала создали. Он у нас выполняет свою работу, модификатор Subdivision Surface сглаживания у нас выполняет свою работу. И вот эти два модификатора как бы плюсуются по своим действиям, да, по своим процессам работы. И мы видим такой вот прекрасный результат. Вот, можем еще здесь добавить и на все остальные части. Мне кажется, это будет очень здорово. И у нас будет такой стиль... сглаженный пиксель-арт. Это, мне кажется, очень здорово даже тут, да? Хотя, мне кажется, получается... Вообще,
вроде бы неплохо, но вот здесь какое-то мыло, да, не мыльцо какое-то чувствуется, попахивает мыльцом, поэтому мы с вами не будем продолжать этим заниматься, но в любом случае, мне кажется, хотя бы вот в этой части верхней выглядит, мне кажется, очень здорово. Следующий лайфхак. У нас была обезьянка, мы ее сгладили, она у нас прекрасна, но в ней есть еще один косяк. А заметьте, вы внимательно присмотритесь к модели, мы увидим, что у нее до сих пор мы видим ее полигоны. То есть мы видим эту самую полигональную сетку, да, вот раз квадратик, вот два квадратика заметил, да, вот три, четыре и так далее, их тут много. Мы их видим, и это не очень приятно глазу, и хочется от них как-то избавиться. От них можно избавиться в два клика, вот серьезно, в два клика. Первый клик нажимаем на правую кнопку мыши, где мы копируем, вставляем и удаляем. И второй клик это кнопочка Shade Smooth, мы просто на нее нажимаем, и вот у нас эти полигоны, они разглаживаются, их не становится видно. И у нас обезьянка теперь еще более сглаженная, еще более красивая, гладкая и приятна глазу.